И в Симферополе завершился чемпионат и первенство крымской столицы по всестилевому карате. Судя по географии, ему можно было смело давать статус республиканского турнира, ведь за победу соревновались в общей сложности почти 200 спортсменов из разных регионов полуострова. Победители и призеры составят костяк участников на предстоящем чемпионате Крыма. Виктория Бадаева на этом турнире провела сразу несколько поединков. Чтобы в итоге завоевать бронзовую медаль, пришлось изрядно постараться, ведь соперницы у Вики в этот раз были что надо. Помогла тактическая выучка, а также решительность. С оппонентками спортсменка из Симферополя не церемонилась. Живот ударила, и еще ногой, спину. Я занимаюсь спортом, и мне нравится, потому что там можно подраться. Ты любишь подраться? Да. Соревновались спортсмены по системе «Ограниченный контакт». Она предполагает соперничество в ката, кумите и двоеборье. Турнир по всестилевому карате важен в том числе и в фундаментальной перспективе. Всестилевое карате – это объединение многих организаций карате, которые развивают именно искусство карате. И так как у каждого свои правила, была создана организация, которая объединила всех. И мы объединились, и работаем все вместе, и проводим общий турнир. А чтобы напутствовать всех юных спортсменов на рекорды, перед началом соревнований наградили тех, кто своим трудом уже заработал всероссийскую славу. На завершившемся в Орле чемпионате страны Крым выстрелил сразу несколькими наградами. В весовой категории до 70 килограммов золото завоевал Юрий Седоманидзе. Он до сих пор прокручивает в памяти свой финальный поединок, который длился ни много ни мало 5 минут. Говорит, выложиться пришлось на 120%. Сейчас, уже в качестве чемпиона России, Юрий вспоминает, как сам в свое время начинал с таких республиканских турниров. По его мнению, на этом этапе многое зависит даже не от спортсмена, а скорее от наставника. Если тренер хорош, то и спортсмен хороший будет. Для спортсмена хочу пожелать, чтобы не заканчивали с этим делом, чтобы больше занимались, чтобы больше тренировались, чтобы достигали своих поставленных целей. Несмотря на открытый статус соревнований, в подавляющем большинстве категорий победу праздновали столичные каратисты. Этот турнир был отбором на октябрьский чемпионат Крыма по всестилевому карате. После уже его победители отправятся отстаивать честь полуострова в Кубке России, который пройдет в Звенигороде в ноябре. Валерий Назарян, Александр Тигниридно, Время новостей.